Всем огромный привет, девчонки и мальчишки! Сегодня будет видео по запросу. Вы просили показать, как я завязываю палантины и платочки. Ничего особенного нет, я не знаю 150 способов. Просто я вам покажу самые любимые, которыми я пользуюсь. И хотела в начале видео сделать такое небольшое объявление, можно сказать, благодарность. Мне пришла посылочка от очень интересной девушки, красавицы, настоящей волшебницы, можно так сказать. Она как-то под моим видео оставила комментарий. Я ради любопытства, все мы девочки любопытные, решила зайти на ее канал и увидела, что она разыгрывает два платка. Павлопосадских платка. Не то, что разыгрывает, она дарит их в подарок. Я сначала не поверила, но так оно и есть. У нее огромнейшая коллекция, и она решила подарить, кто желает, два платочка. Конечно же, я желала. Тем более, павлопосадские платки – это всегда качество. Вот первый платочек, который мне пришел. Вот так он выглядит. Это натуральная шерсть. И этот рисунок называется «Аленький цветочек». И второй платок выглядит вот так и называется «Аленушка». Ну как не взять, когда он так же его зовут, как меня? Конечно же, я сказала, что я хочу эти два подарка, и девушка мне их прислала. Спасибо ей огромное, настоящая волшебница. Я счастлива и рада. Девочки, и первый способ завязывания палантина. Это у меня вот такой длинный палантин, который был в последнем видео о парфюмах. Все очень просто. Вот так одинаково беру, на плечи себе закидываю. И делаем такой узелок. Я буду смотреть в зеркало. Вот такой, как галстучек. Потом переплетаем один раз, перекручиваем. И каждый заводим за голову и подоткнуть. Как вам удобно там сзади, так и сделайте. Потом расправляем, и получается у нас как-то вот так. Вот это будет первый способ. Еще один способ красивой драпировки. Это тоже палантин. Тот же самый. Обычно вот так его на шею накручиваем. Подоткнем, куда нам нужно. Еще разок. Расправляем все и находим один кончик палантина. Вот так берем. Лучше всего будет смотреться, когда вот есть какие-то кисточки. И вот так вот расправляем и заводим его за голову. Вот такой способ драпировки. На пальто смотрится вот с этим же палантином. Перекручиваем его прямо вот так вот плотно, одну сторону и вторую, все до конца. Будет красивее, если вы поплотнее перекрутите. Опускаем вниз, он у вас еще закрутится вот так. Можно еще разок перекрутить. Пальцы у нас в петле. Заводим за шею. И кончик просовываем в петлю. Ну и расправляем, как вам нужно. Ну, примерно это будет выглядеть вот так. Таким ожерельем. И теперь у меня палантин такой полегче, он такой воздушный, на теплую весну, очень нежного зеленого оттенка. Самая обычная петля.
Заводим за голову, держим и просовываем в петлю. Девчонки, теперь будут платки. Сложила вот так треугольником. Это мой любимый платок. Вот такой расцветки. Синий, фиолетовый, розовый. Я такие оттенки очень люблю. И просто его вот так вот к себе можно подвернуть. И оба конца прячем. Можно под пальто, можно на пальто. Тоже очень симпатично получается. И теперь вот этот яркий платочек. Ну, вот так я его соберу. Вот так вот получится у нас. Самый простой способ. И тоже можно завязать. Тоже такой легенький совсем платочек. И тоже будет вот так вот симпатично смотреться. И второй способ с этим же платочком. Берем вот так тоже здесь. Соединяем, чтобы было одинаково. И тоже протягиваем сквозь кольцо. И получился у нас вот такой нарядный галстучек. По-моему, очень мило. И на белую рубашку, и на темную будет очень замечательно. Главное подобрать свой единственно красивый для вас платочек. Можно не единственный, их вообще должно быть очень много. На любой случай, на любой выход. Вот так можно украсить себя и куда-то, например, вечером пойти. Беру платочек, вот этот вот, который Алёнушка. Такой освежающий, красивый, очень мне нравится. Вот так вот мы его на плечи. Кстати, этот способ очень хорошо для девчонок, кто в офисе работает. Это будет очень нарядно и красиво. Любой образ можно освежить. А платочки вы сами для себя подбираете. Снимаю кольцо. Желательно крупное. У меня вот такое. И один кончик продеваю в кольцо. Вот так вот. Теперь и эту сторону. И тоже продеваю в кольцо. Главное, чтобы кольцо было красивое, его было видно. Можно с какими-то камушками, можно даже бижутерию. Колечко совершенно может быть простым, но какие-то камушки и будет как брошка. Вот такой образ. А сейчас, пользуясь случаем, хочу всех женщин, девочек, бабушек поздравить с наступающим нашим женским днем. Всем здоровья, всем любви, хорошего настроения, море цветов, улыбок и, конечно же, подарков. Всех с праздником и пока-пока!